Всем привет! Я приветствую вас на своем канале, посвященном всему помаленьку. Короче, мне приехала очередная посылочка с Алика. Тут по-любому есть черепашки-ниндзя. Я только не знаю, какие из... Ну, то есть серия черепашки-ниндзя, фигурки. Вот, нековские. Так, уже неплохо. Тоже, смотрите, как упаковали. Молодцы, мне прям очень нравится. Можно было, конечно, еще в пластиковую коробку, но так, в общем и целом, тоже они доезжают в целости и сохранности. На них никто не собирается сидеть. Доставляются с деком. Либо Цайняо. Ну, такая чисто служба китайская. Самое главное, чтобы с фигуркой все было хорошо. И самой коробкой не замято. Потому что они рано или поздно все равно у меня пойдут на полочки. Дарк Сэвидж и Мона Лиза. Нифига себе, какой пират. Кто в курсе, он похож на Александра Саданова. Со мной работал на Сахалине мужик. Реально Алик Саданов. Я еще смотрю тоже сериал, но пока до этого еще не дошел. Дарк Сэвидж и Мона Лиза. 22 года он. Вот эти мне пришли. Вот этого я закажу. Вот эти у меня есть. Ништяк. Прикольно. Мне нравится. Кайфовый. Приехали в целости и сохранности. Спасибо тебе, Алиэкспресс. Спасибо. Все, покедова. Увидимся.